Детский микс, Premium Kids, Англия, бренд H&M, 146 сантиметров рост на 10-11 лет примерно. Мешки по 17 килограмм, это весна, 7-8 лет указан возраст. Так, рубашка, получается, мальчиковая. Так, это, по-моему, Next. Тридцать четыре сантиметра указан рост на 6 лет, совсем маленькая. Ага, это вот вместе. Так, джинсы. Джинсы бренд Next на 10 лет. Юбка бренд TU на 2-3 года, 92-98 сантиметров указан рост. Новая с этикеткой на 3-6 месяцев написано. До полугода получается. Толстовка с капюшоном. 12-13 лет указан возраст. Платье. Так, еще одно платье. Это Next. Так, ну тут есть пятно. Тоже, кстати, Next. Полтора-два года указан возраст, флисовый подклад, теплый. Зара 6-9 месяцев, 74 сантиметра указан рост, 98 сантиметров. Джинсы новые, так, возраст только не вижу, а 8-9 лет написано. Десять одиннадцать лет. H&M 152 сантиметра рост указан. Бренд Паламина. Шесть лет, 116 сантиметров рост. Бренд Лупило 62-68. Указан рост. Так, тут срезали бирку. 12 месяцев, получается, это год. 12-14 лет. Так, возраст, к сожалению, не указан. Так, вот тут резинка, кажется, как будто растянута. 11-12 лет, 146-152 сантиметра рост. Так, перчатки. Интересно. Сто двадцать шесть сантиметров рост. Так, это что такое? Так, у нас тут штанишки, бодик и шапка. Вот такой комплект. 56 сантиметров. Совсем получается грудной ребенок еще. 122 сантиметра рост. 71 сантиметр. М-ка. Так, H&M 146 сантиметров рост. 7-8 лет, 128 сантиметров указан рост. Восемьдесят шесть
сантиметров. Тонкий джемпер, примерно лет на 12. Так, это H&M на 6-8 лет, 122-128 сантиметров указан рост. Так, жилетка с капюшоном на 10-11 лет, 134 сантиметра рост. Ветровка 4-5 бренд TU. 92 сантиметра платьишко, 128, 68 на 4-6 месяцев написано. Так, штанишки, к сожалению, нет бирки. Так, это Оливер. Кстати, такие же штанишки у нас были в предыдущем мешке. Джемпер мальчиковый. Так, это платье, по-моему. Да, платье. Трусики свинка Пеппа. Халат с тематикой Star Wars. На 3-4 года от Джорджа. H&M 116 сантиметров рост, еще новые с этикеткой. Спортивные штаны Nike. Так, еще одни штаны ХБ на этот раз на 7-8 лет. Жилетка на 2-3 года. Пять шесть лет, 122 сантиметра указан рост. River Island 3-4 года, как будто есть износ, почему-то мне так кажется. H&M с этикеткой. Так, рубашка мальчиковая, написано 6 лет. Бренд Next. Платье. Тут, в принципе, довольно-таки большой уже возраст. На 2 года. Бодик флисовый, новый с этикеткой. 6 месяцев написано. Так, 12-13 лет. Указан возраст. Так, здесь 2-4 года. Бренд Яби, флисовая... А, флисовый бодик, оказывается, я думал, толстовка, а нет, этот бодик. Два-три года. Бренд Next. 110-116 сантиметров рост, это футболка девчачья, и здесь у нас получается 62-68 сантиметров указан рост. Так, 104, футболка бренд Джордж. Это, по-моему, лосины. Brand Next. Девять 12 месяцев, бодики, три штучки здесь. Так, юбка, 1,5-2 года, бирку срезали, видимо, H&M, обычно у них срезают. Ручка, утка,
Так, носочки и колготки. Джинсы 1,5-2 года. Батюшки, это можно как брелок использовать до 3 месяцев. Девяносто восемь сантиметров указан рост. Восемь девять лет. Футболка мальчиковая. Состав опок. Это, кстати, Next. Сто сорок сантиметров. Рост, бриджи. Сто сорок шесть, 152. Так, рубашка бренд у нас тут идет H&M. Сто шестнадцать на 5-6 лет. Носочки пиратские. H&M. 134 сантиметра на 8-9 лет. Дутик. В очень хорошем состоянии, по-моему. Да. Так, и вот у нас что осталось. 74, 80 сантиметров рост. Это джинсы. Осталась вот такая вот футболка. 134-140 сантиметров рост. Осталось платье на 3-4 года. И 128 сантиметров рост. Это у нас штанишки. Вот они, кстати, здесь, хлопок. И на этом все.